Мой эфир. 31 декабря. Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас везде, где бы вы ни были. В Соединенных Штатах, в Украине, в России. Мария Горбач. Горбач, привет. Перми, привет, пермякам. Да, я не вижу, мне оператор нашего эфира Елена Пинчук подсказывает. Сегодня мы поменяли студию вещания. Сегодня песню спою, последнюю песню спою в этом году из студии, которая, ну, непривычная для меня. Прямо с площадки, на которой буду выступать буквально сейчас для зрителя. Вот. И поэтому чего? Хочу сказать вам счастья, здоровья, радости, любви. Всем, чтобы все ваши мечты, давайте будем мечтать сильнее и наколдуем много счастья, много здоровья, наколдуем много справедливости, если пожелаем справедливости, чтобы она вас торжествовала, чтобы вышли политзаключенные из тюрем. Вот как-то так. А песню, какую я спою? Я сегодня спою песню, самую первую песню, которую я написал. Она называется «Снег». Потому что ни в Петербурге, ни в Москве снега нет. Вроде в Одессе есть. Одесситы, поделитесь с нами снегом, да пришлите чего-нибудь. Или хотя бы из Пуэрто-Рико чего-нибудь пришлите. Белый, белый, белый снег на земле лежит. Тихо, тихо, тихо в воздухе он кружит. И на ресницах целый век тает снег. Этот снег стучит в твое окно. Долго-долго-долго весь я в снегу стою. Нежно, нежно, нежно вслед я тебе смотрю. Но вот тебя уже нет, засыпан след. Этот снег стучит в твое окно. Годы падал снег с высоты. Кто-то, кто-то, кто-то снова со мной, не ты. Стоит под небом человек, а с неба снег. Снег, снег, снег. Этот снег стучит в твое окно. Этот снег.
воздухе он лежит. Белый. Снег на себе лежит. Тихо. Вот такая наивная песня, написанная мной 17-летним, исполнена сегодня для вас, друзья. Только что вы слышали хлопки, но это, слава Богу, хлопки не военные. Это салют пробивается через окно. И сегодня 31 число, мы в марте месяца этого года, нам предстоят выборы не президента или не выборы президента Российской Федерации. Ну вот, что есть, то есть. Всех обнимаю. В этом году мы больше уже не увидимся. Друзья, извините, всех не успеваю называть, но с нами тут Америка, Болгария, Германия, Финляндия, Россия, Украина, все. Потом привет вам передадим. Да, привет передадим, но в том случае, конечно, если вы сейчас поставите хоть какой-нибудь значок, потом видно тех, кто прокомментировал, вот, буквально хотя бы вопросительный знак или восклицательный поставите, будет понятно, кто был в эфире. Ну что? Лайки, ура, есть, сердечки. Да? Лайки. Салют у нас прямо в эфире. Ну все, обнимаю. И готовлюсь к концерту. И желаю, чтобы вы эту ночь тоже встретили замечательно с той компанией, с какой вам хотелось. Мы, кстати, в вашей компании тоже. Я думаю так. Пока. Пока. С Новым годом. С Новым годом.